решила попробовать, какие шампуни в Lidl. Я никогда не покупала, но сейчас посмотрите, какая здесь цена и какая цена, если покупать в других местах шампуни. Там они стоят, наверное, начиная от 6 евро, ну, я говорю, такие более-менее, уже по качеству. А здесь 2,59 шампунь, вот этот большой, пока такое не рискнула взять. Я хочу попробовать вот такой шампунь, я выбрала себе, мне нужно для прямых волос. Вот здесь есть для, в общем, здесь для волос, которые требуют тщательного ухода, для деликатных волос, да, for delicate hair. Значит, возьму я вот такой красненький. С витаминами здесь есть. Здесь 2 евро, да? Это тоже 2 евро стоит. Этот даже от Перхоти шампунь. В общем, выбор здесь есть. Есть сухой здесь шампунь 3,49. Это, наверное, самый дорогой. Вот, с провитаминами. Кондиционер я пока брать не буду. Потому что у меня есть хороший кондиционер. Это кондиционер? Да, это кондиционер. Вот, еще есть Евро-59 шампунь. Не знаю, такие низкие цены. Мне вот интересно просто, какого качества эти шампуни. Решила попробовать. Потом помою, скажу, какой будет эффект. Это вот для тонких волос. Fine and thin hair. В общем, цены, конечно, здесь очень хорошие на шампуни, на кондиционеры. Еще вот интересно было бы попробовать воду туалетную, да, для женщин. Это тестер, да? Ну, что я видела видео, одна девушка очень-очень нахваливала туалетную воду в Lidl. Вот я не помню, какую именно. Так, здесь по 4 евро она. Да, она говорила, что стоит, по-моему, 4 евро. А еще я нашла жидкость для смытия макияжа с глаз. У меня как раз закончилась. 3 евро она, 2,99. Почему не взять? Беган. Даже waterproof смывает. Возьму. Мне как раз нужна. Я впервые здесь остановилась. Смотрите, здесь есть маски. Евро 25. Для сухой кожи, для усталой, вот, это, наверное, для усталой мне нужно брать, с гиалуроновой кислотой. Еще для какой кожи есть? А. Так, ну что, возьмем, попробуем для усталой, да? Масочку из Lidl кто-то пробовал? Вообще, что вы пробовали из Lidl? Вот дезодорант я беру здесь, мне очень нравится, он хорошо вот здесь работает. Да, не брызгает, знаете, такое вот хорошее качество этих флакончиков. Это тоже очень важно. Нормальный дезодорант. Просто отлично, я бы сказала. Гиалуроновая кислота и масло морское с водорослями, да? Какой-то увлажнитель. О, это крем даже такой интересный. Слушайте, я тут столько для себя открыла полезных для всяких разных косметических средств. Стоит только остановиться, да? Вот как могу, показываю. Вымыла волосы этим шампунем из Lidl. Знаете, лучше не бывает. Вот лучше не бывает. Очень хороший шампунь. Всего евро 99. Волосы гладкие, блестят. Супер. Мне подходит. Я не знаю, может быть, кому-то не подходит, но мне очень подошел он. Ну вот волосы гладкие, блестят. И вот это средство, да, для снятия макияжа, для глаз. Waterproof. Да, оно waterproof. В общем, очень хорошее, мне очень понравилось. Лучше, чем Garnier. Garnier, по-моему, дороже стоило. Garnier я вот уже выбросила, использовала, правда, до конца. Можно смело покупать вот это средство в Lidl для снятия макияжа. Ну, правда, всего 100 миллилитров, но понимаете, что надолго хватает.
Скажу честно, это уже 2 дня после мытья этим шампунем. 2 дня прошло. А теперь давайте посмотрим в магазине Риме в Риге. Ну, это не важно, где в Риге, не в Риге. Какие цены на шампуни, на кондиционеры, где желтая цена. Давайте сначала желтые цены посмотрим. Ну, это, конечно, дорогое очень. Сейчас найдем что-нибудь подешевле. 7,19, 4,79. Желтые цены посмотрим, вот что на акциях, да? Что на акциях? Шампунь 9,59, Clean Plex. Ну, вот внизу, без акции, самая дешевая цена. 3,59. Кондиционер. И шампунь 3,69. Здесь внизу самые низкие цены. Size 6,99. Pantene Pravin. Я его часто покупаю. Стоит сейчас 6,69. Это шампунь и кондиционер. Такой я беру, мне подходит для моих волос. Я брала, по-моему, за 3 евро еще брала недавно. 5,99. Маски 7,69. Пойдем, вот самый дешевый. Вот эти. 3,59, да? 3,59. И кондиционер 2,59. Это серия. Французские, между прочим. Вот и получается 6,18, да? Ну, считайте. Немножко отличается цена. Вот еще. Вот еще там я вижу желтые цены. Ну, это на самые дорогие. Вот еще. Ну, пожалуйста, вот видите разницу? А начинаешь мыть волосы, и вы знаете, тут еще и не каждый подойдет. Можешь купить, и волосы хорошо не промоет. Я уже с этим сталкивалась. Особенно вот этот фруктис. Почему-то он мои волосы не промывает. Я его больше не беру. Стоит он 4,29. Кондиционер. Бальзам 4,29. Вот, маска вообще 10 евро стоит, да? 9,99. Такие цены. Так что я теперь только в Lidl. Только в Lidl буду брать. Мне так понравился. За 2 евро шампунь в Lidl. Ну, что бы я здесь взяла? Ну, допустим, вот возьмем такой шампунь. Мне нужен для гладких волос. Сейчас найдем какой-нибудь. А, так, так, так. Вот, Split and Control. Вот такой, наверное, хороший будет. Ну, написано, правда, 98% органик. Да, ну, разве такое реально, что это? 98% органик. Давайте почитаем состав. Такой здесь состав. Что скажете? Хороший состав? Можно взять попробовать такой шампунь? По такой цене. Вместе с кондиционером это будет стоить 16, вообще 17 евро. Вместо 4. Восстановительный. Можно, конечно, купить 750 миллилитров. 6 евро. Такой шампунь. Но я не люблю все время пользоваться одним шампунем. Волосы привыкают. Стараюсь покупать в маленьких емкостях. Вот эти поменьше, но тоже 6 евро. А чем они отличаются? Там тоже веган. Везде веган. Увлажняющий. Так. Шаума. Вообще раньше такой никогда не покупала. Он был очень дешевый. Сейчас тоже 5,49. Нормальная ромашка для всех видов. Вот еще Нивея. Давайте Нивея посмотрим, что тут за шампуни. Нет, здесь я не нашла для гладких волос. Какой-то это для мужчин. Но это хотя бы без парабена. Нормальных. Мне нужно для гладких. От перхоти. Head and Shoulders мне это тоже не подходит. От перхоти. От перхоти. Так. От перхоти.
Знаете, не так уж и много для гладких волос. Вообще не нашла здесь нигде. Что, какой-то шампунь за 17 евро, за 15, за 16, да? Глянем. Так, это вообще-то кондиционеры, лечебные какие-то, малиновые. А шампуни я таких не вижу. Вот эти, наверное. Это шампунь. Нет. Нет, это тоже кондиционер. Глисс Шварцкопф, по-моему, я тоже такой брала, у меня тоже не подошел. Для поврежденных кончиков волос. В общем, мне подходит вот только Пантин. Из всего, что здесь есть. Краска здесь, вот смотрите, по каким ценам. 5 евро. Самая такая дешевая, да, палета. 7,79 Гарни. Сайз 9,59. Лореаль 12,29. Новиночка для блондинок 11,99. Здесь еще и темная есть. Интересно, интересно. И мой тон есть. Так, и что же это за чудо такое? Новиночка итальянская. Глисс 9,59. И Лореаль 12,29. Даже никаких скидок нет. За 14,79 Лореаль. Так, где мой тон? Примерно такой. Ну, пожалуйста, волосы выкрасить, да? Ага. Теперь давайте посмотрим средства для снятия косметики. Вот Lumine стоит 7,79. Это для снятия косметики с глаз. Ну, здесь 10,49 мицеллярная вода. Так, пониже опускаемся. Есть маски. Peel Off. Что за масочка интересненькая? Relaxing Complex. Дзиндерс. Дзиндерс я покупала. Средство для снятия пенку. Очень хорошее. А где она? Это не Дзиндерс, это испанская, тоже хорошая. Вот она 10,19 стоит. А Дзиндерс я не вижу. Пенки. Так, ниже опускаемся. Угу. Покупала я вот такую пенку, только розовую. Здесь нет розовой. 6,49, я, по-моему, на акцию брала. Так, а где еще я покупала Garnier для снятия косметики с глаз? Похоже, что здесь нет ее. Угу. Нашла я здесь тоже за 3 евро, да, для снятия косметики. Вот такая. Она тоже французская. Ее здесь много. Ну, не знаю, насколько она хорошая. Эвелина еще есть натуральная вода. А с глаз не вижу. Это обычная. Здесь нету никакого масла, видите? А с маслом она меньше. Здесь 150 миллилитров. Вот видите, с маслом, да? Waterproof. Потому что из Lidl я взяла Waterproof за 3 евро, да? Здесь 5,79. В два раза почти дороже. Все-таки там получается дешевле. И опять же, неизвестно, какая она. Но написано, что для sensitive, для чувствительных глаз. Там тоже для чувствительных. Очень дорого получается. И еще посмотрим, сколько стоят маски. Я, кстати, уже делала себе маску из Lidl. Очень даже неплохо, очень неплохо. За евро. Там, ну, абсолютно такой же эффект я здесь тоже покупала. И в других местах покупала. И за 2, и за 3 евро. Вот здесь самая дешевая 2,29. Масочка. Это корейская, да? Нет. Ну да, это корейские. 2,49. Корейские. А, еще дешевле есть. Евро 55 и евро 49. 3,59 Гарни. Ну, здесь 2 получается. 2. Еще нашла авокадо увлажняющая. Евро 29. Вот. Взять, что ли?
Попробовать авокадо евро 29, недорого. Да. А что? Возьму. Евро 39 blueberry. А это алоэ вера. Наверное, авокадо лучше. Дайте коллаген. Гиалуроновая. Кстати, из Lidl у меня была с гиалуроновой, здесь евро 35 гиалуроновая. Ну, чуть-чуть дороже здесь, да, буквально. Центы. Нет, я решила взять с конзимом. Попробовать вот эту масочку. А еще есть вот такая вот, еще интересная есть. И такую хочется взять. Ладно, возьму обе. С конзимом и омолаживающую. Вот такой маленький попался для снятия лака. Маленький-маленький совсем. Гель-полиш. Я сейчас не крашу свои ногти. Укрепляю их.